Видеорегистратор Каркам QL3. Информативная коробка с описанием основных функций гарантийного талона на оборотной стороне инструкции по эксплуатации, подробной на русском языке. Также богатая комплектация, в которую входит автомобильный адаптер питания в прикуриватель с USB выходом. Также несколько комплектов проводов USB на мини-USB. Провод для подключения внешних мониторов, современных телевизоров или компьютера. Также в комплектацию входит провод для подключения видеорегистратора к бортовой сети автомобиля. Длина его составляет 4 метра, что позволяет протянуть провод под обшивкой автомобиля. Видеорегистратор ведет съемку в формате Full HD, благодаря чему изображение будет четким как днем, так и в темное время суток, а угол обзора составляет 140 градусов. Видеорегистратор оснащен коммуникационными портами HDMI, USB, динамиком, аудио и видео, входом и выходом. На боковой панели видеорегистратора расположен вход для питания. Видеорегистратор Каркам QL3 оснащен кронштейном для удобного расположения устройства на лобовом стекле вашего автомобиля. Непосредственно сам кронштейн крепится к лобовому стеклу вашего автомобиля при помощи самоклеящейся поверхности. Подвижный шарнир позволит зафиксировать устройство под нужным вам углом. Подняв фиксатор крепления, отсоединяем устройство от кронштейна. Видеорегистратор Каркам QL3 оснащен большим цветным дисплеем диагональю 2,7 дюйма. Также есть ночной режим съемки. Кроме того, видеорегистратор оснащен круговым поляризационным фильтром, максимально устраняющим блики при записи. Фильтр легко накручивается на объектив видеорегистратора, также легко снимается.